Добрый день, друзья. Завтра у нас, друзья, 1 августа. Что хочу сказать, ребят, у нас по правилам 3 снасти можно, да? Остальные снасти дополнительные, они оплачиваются по 500 рублей. С завтрашнего дня нарушать правила вообще нельзя, потому что многие, да, как бы 3 снасти, ну, ставят 4-5 снастей, как бы, да? Вот, так больше делать нельзя. То есть 3 снасти положено. 4, 5 и остальные надо оплачивать, как положено, по 500 рублей. Кто правила не будет соблюдать, это сразу же попадает на заметку. Из группы буду удалять. И в будущем, если этот рыбак с нарушением, да, который поймает окольцованную рыбку, это будет аннулировано. Вот. Потому что уже у нас каждый раз будет много чего меняться на нашем пруду. Вот. Так что не нарушайте. 3 снасти и все. Даже если захотели спиннинг побросать там пару минут, и я увидел, что четвертая снасть, да, у вас, сразу же из группы удаляем и аннулирование вознаграждения в будущем, если золотую рыбку поймают. Так что больше этого делать нельзя. Вот так, друзья. Много что будет меняться, много будет чего интересного. Вот. Так что думайте, прежде чем к нам ехать. Знаете, да, у нас не клюет ничего, у нас не ловится ничего. Так что вот так. Вот такие дела, друзья. Так что ловим по правилам, и все будет у нас хорошо, замечательно и превосходно, поверьте мне.